Здесь зашел у нас еще Ян, зашел Капони. Много интересных ребят, короче, позаходило в эту ТБшку. Го, го, говорит брат, го! Это просто вайп. Я понял. Самый худший фит — это когда соло фит. Найс, дефнули, запесочили, задушили. Ну что, друзья, всех приветствую, у нас сегодня очередная каточка HiBB, мы зашли на высокие поинты и сыграли, проиграли, выиграли, побежали. Друзья, без лишних слов, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал и смотрите другие видосы такого характера. Поехали! Ну что, ребята, загрузилась у нас катка, у нас здесь очень интересные составы собрались, здесь зашел у нас еще Ян, зашел Капони, ой, много-много, очень... Много интересных ребят, короче, позаходило в эту ТБшку. Вот. Так что по кайфу, ребятки. По кайфу. Погнали, ребятки. Посмотрим, что у нас будет в этой катке. Матч-листы, конечно же, в конце буду прилагать. Не забывайте смотреть, что матч-листы у нас имеются в конце. Надеюсь, катка получится интересная. Почему нет? Надеюсь, будет интересная. Руфы, Руфы, ДСы, Аксы, Спектры. Походу я крайне буду на рандоме. Питлорд, нормально, жесть. Что за кринже? Прикинь, Питлорд на рандоме падает. Окей, СК оставляем. Жестко. Давайте на СК поиграем, почему нет? YNA. Фига себе. Жестко, на СК сыграем. На СК можно сыграть. На СК можно грязи поделать. Там у нас еще и Огу. То есть очень плотные герои. Очень плотные. Посмотрим, что будет ластом. В принципе, нам... Ну, у нас есть керри, да, спектра. Но спектра, как я понял, без фарма спектра очень слабый герой. Без фарма тяжело. Без фарма тяжело спектре. Очень тяжело, ребятки. Очень тяжело. Если спектре не дают фарма, тут в принципе Огр, НА плюс ДС. Шансов мало, что нормальный будет фарм. Мид СК можно сгонять. Пусть пугна бегает. Хорошо. Пусть пугна бегает на подсосе. Пойдем в центральный коридор. Побегаем на Санкинге, ребят. Почему нет? Побегаем на Санкинге. Посмотрим, кто будет в миду. Наверное, Огур будет в миду. Огурчик. В принципе, Санкинг милишников душит в центральном коридоре. Посмотрим. Но Огур, он очень плотный. Он может очень сильно зазонить вначале. Склянкой, да, своей склянку кидает. Клянку кидает, поддушивает. Шутники. Ох, те шутники.
Шутники. Ладно, ждем, ребят. Ждем. Тяжелая будет, да, наверное? Посмотрим, как пойдет. Курьера потом соло себе запулим, погнали. На рунку. Погоняем центральный коридор. Я надеюсь, не будет оверфида тут. Ну, как обычно, там буст будет. Там будет пуш нереальный. Куча пайпов, куча актива. Но у них нету керри. Но, опять-таки, питлорд очень хорошо может поддушивать. Очень хорошо. Посмотрим, что будет. Смотря как мид отстаю. А мид, по идее, норм будет. Посмотрим. Если в миду будет милишник, а милишник по-любому будет в миду. Там все милишники. По идее, мне должно быть норм. Мне тяжело. Только мне не нравится делей какой-то мусорный. Герой. Неактивный. Ну ладно. Ничего страшного. Что они руны не берут. Найс. Хорошо. Вард, не будем на центре тыкать, потому что по-любому, возможно, центр принесет. Скорее всего, центр принесет. Скорее всего, принесет центр. Че там по гангам? Кто будет в миду? Огр в миду. Хорошо. Ну, как я и говорю, склянка будет зонить. Хорошо. Центрик ботл. Нормально, он меня сейчас там задушит. Нормально. Склянка, ботл. Хорошо, подхилимся. Сейчас пацаны идут, подбычимся, вижу, обходят. Сейчас еще замедло будет до кучи. Хорош. Нормально. Душанули. Ребята подошли, подработали. Подстакиваем. Сейчас подстакаем. Там сапожочек, батлышечку. И погнали.
Но он такой, будет стоять, зонить, будет бить. Хорошо, что у меня есть кольцо хотя бы как-то. То есть у него батлыга. Типа море Хараса. Море просто. Море Хараса. Море Хараса. Он так и будет. Просто зонить стараться и все. Просто зонить. Ты нашел, да? Нашел. Хорошо. Еще рунку возьмем. Там лоу хп у мипа стоит. Но я его не заберу. Еще подстакаем. Хорошо. Сапог имеем, ребятки. Сейчас будем стараться бегать. На топе какая-то руна будет по-любому. Пойдем заберем. Пока лайн отпушенный. Лайн отпушенный. На топе заберем монетку. На миду стоит центряк. Надо об этом не забывать. Хорошо, монетка есть. Транквилку сделаем, вообще легко будет. А потом в лесочек уйдем. А, у тебя тут сентри стоит. Понял тебя. Жирная свинья. Какой же жирный герой этот Огр. Это просто жесть. Сентри стоит нормально, так встает, да? Нормально достает. Хоста надо забирать. Погнали. Хосту надо забирать. Там еще ДСик бегает 90 маны. Пойдем подсуетимся немножко. Подсуетимся чуть-чуть. Хорошо. Найс. Немножко пробежались, немножко подсуетились. Есть ультимейт. Next там сделаем батлыгу. Батлышку. Огр в меду 6-го. Вард тут по-любому есть. Нам и ТП просто дадим. И все. Вард, конечно, далеко достает у него. Мне ботл нужен. Прям жесть как. Ну, сейчас транквилла отрегенимся. Жесть, как они там душат. Сейчас отрегенимся. Есть. Хорошо. Так, есть батлышка. Можно работать. Сейчас с Огром будем. А, нет, не будем. Здорово, до свидания. Да сты там еще до кучи. Хитрый жук. Чисто меня гоняет. Чисто гоняет. Я понял. Мангусик возьмем.
Неужели то, что там Мипаря заберут сейчас, это будет хорошо? Внес импакта, получается. Найс. Душит, душит. Душит огр. 1000 хп, как задраконить его? Его никак. Никак его не перехарасить на Санкинге. Это просто жесть, такая наглость. Герой. Герой наглость называется. Сейчас ему Акс немножко даст жару. Под крипами. Он очень жирный, как ты его задушишь? Никак ты его не задушишь. Такой герой, дядь. Такой герой. Хорошо. Надо пойти ульту разгрузить в кого-нибудь. Руб пятый левел. Руб пятый левел. Дальше лайн толкнем. Я бы такой бы пофармил бы до даггера. Посмотрим, может от активок поиграем каких-нибудь. Рега. В принципе, рега тоже неплохо. Рега тоже неплохо. Хорошо. Пойдем в лесочек сходим. У меня ТПшка КД, ребятам бы помог. Питлорд бегает, душит. ТПшка КД. Можно было низ дальше толкать, но хочу в лес нырнуть. Хорошо. Найс. Сейчас дагерочек сделаем, будет чуть повеселее. До дагера копейки. С дагером можно будет прям агрессию тотальную делать. Жесть, они там прям под тэшки залазят. Нафиг я ТП даю. Иди дагер фарми, да, там пацаны справляются. На топе толкнем. Дагер будет, стики надо будет взять. И в принципе нажимать кнопки только в драках и все. Никаких проблем не будет. Ребятки, не забывайте смотреть другие видосы этой рубрики с хайпоинтами. Буду очень благодарен, если будете поддерживать. Несмотря ни на что. Несмотря ни на какой-то негатив. Вообще максимально много негатива на самом деле. Встречаю в этих играх. Реально очень много негатива встречаю. Реально очень много. Но ничего страшного. И все сразу. Правильно? И все сразу, ребят. Поэтому от души кто поддержит, то Огра Даггер тоже есть уже. Хорошо. У меня КД эпицентр. Эпицентр КД. КДшка телепорт. Хорошо. Ну, по идее, наш клиент. Хотя... Это, конечно, уже вопрос.
Я тут таверну отвлечу. Надо с ульты влетать в такие драки. Я чисто в подкоп туда его. Этот сгорит, по идее, да? Да, сгорел, хорошо. Не надо было прыгать уже. Но, честно, я хотел подфармить. На самом деле, на жадности на таком лютой. На какой-то лютой жадности хотел пройти. Ладно, стики бы хотелось бы. Пайпуху делает. Пока там пайпа нету, надо пытаться врываться нормально. Тяжело будет, когда там будет пайп. Дэмэджу совсем наносить не буду. Ну да ладно. Прыгай и умираю 100%. Дасты есть, можно поесть. Песок будут в любом случае вскрывать. В любом случае. Щиток дропнул. Погнали. Можно нажимать кнопку. Где-то если суета начнется, можно прям хорошенько будет засыпать. Дагер тоже. Он очень неприятный огур, жесть просто. Бро. Хорошо. Пойдет. А дасты уйдут. Хорошо. Какой же питлорд, противный чел, вообще жесть. Пойдет. Очень много грязи здесь сделал я в этой драке. Погнали на топе фарманем. Очень много грязи сделал. И ульчик хочется какой-нибудь. Вообще надо дискорд сделать, я думаю. Будет нормально, думаю. Дискордик, почему нет? Все, го, на базу резко. Дискорд попробуем бахнуть. Попробуем бахнуть дискорд. Сейчас ульта уже будет. Там пайп уже есть. Очень быстро пайп сделан. Не уверен, что дискорд зайдет, но в принципе постараемся, почему нет? Пай, бру. Минус пугна 100%. Куда? Да что ж так? Что ж такое-то? Серьезно? А можно поиграть, пожалуйста? Как мы без спектры? Без спектры вообще не варит. Погнали в меду суету наводить. Крипы, блин. Плюсик бы сюда. Го, го, говорит, брат, го. Кто писал го? Ну чисто Руслар. Чисто дефолт. Нахрен я прыгаю туда? Красава, дядь.
Ой, я манал такую тему, честно говоря. Го-го, говорит, го. Найс, прыгаю вчетверых. Офигенный врыв просто. И чел на этом бегает где-то, дрочит. Я его не убью, у него там грифс. Я пошел фармить. Го-го. Найс, го. Я вообще ненавижу этого чела, просто терпеть не могу. Го-го. Четверых врываешься, го-го. Ого, погнали фармить. А то нас так же вынесут. Го-го, говорит. Самая старая дотка. Та самая. С русларами. Руслар. Тащит катки, Руслар. Пойдем на медок, не спеша. Че там за рунка будет? Сейчас чисто прогуляемся на мид. Неруба приходовали. Пугну тоже. Огурчик душит. Все по классике. Все по классике. Пойдем в сплит. Там глимера уже. Но я с ульты, короче, бибу чисто сделаю, все. С ульты чисто биба. Хрен что сделаешь. Челы ко мне побежали, я так понимаю. Аккуратно здесь пофармим, если что, под даггером. Постоим. Не, на низ ушли. Тянем игру, фармим. Может быть, что-то и получится. Несмотря на то, что там уже фулл слоты есть по поводу поддержки команды, чтобы никто не дох. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Т2 сломаем, но низ придется дефить. Мы не уверен, что дефнем, конечно, но попробуем. ПГ будут сейчас идти они. Хорош. Но они дальше пойдут. Пайпуха нажата. Пайпуха нажата. Надо, чтобы кто-то байтил. Я первый прыгать не буду. Ой, найс. Как подкопал, жесть. Хорошо. Хотя бы так, но мне главное тут не сдохнуть сейчас. Кто я? Хорошо. Найс, дефнули. Запесочили, задушили. Некстом юльчик сделаем, чтоб можно было кайтить все. Прекрасно. Надо, чтобы спектра начинала. Тогда норм. Хорошо. Спектра, если ультует, вообще пушка. Ну, фармит спека. Хорошая руна есть даже. Пылесосим леса. Вообще, сейчас на топ стянемся. На топ стянемся. В спектре можно этот лес оставить, а сами топ будем колотить. 16 левел. ТПшки без пайпа там чуваки будут, будет нормально.
без этого будут чувства. Погнали на топ. Тупо пешком на топ. КДшка, эпицентр. Юл почти есть. В принципе, тут копейки остаются. В принципе, копейки. Ребята, все идут туда на топ фармить. Питлорд Пайп что-то там с пайпом бегает. Так, Войдстоун. Хорошо. Хорошо. Я уйду, спектру похоронили тут, скорее всего. Файтиться я там не буду. Да, спектру похоронили. А, нет. Еще нет. В принципе, остается Юла. Хорошо. И пари внизу. Так, и ульчик есть. Батлышку можно скинуть, ребятки. В принципе, все слоты, которые мне нужны в этой игре, у меня имеются. Ой, не успел зайти. Прикинь, там уже огоним. Хорошо. Пойдет. Let's go. Душить. Жирный огур с палкой бежит. Будет наглеть. Скорее всего, сейчас будет получать. Все будет наглеть. А тут вард стоит. Давайте скинем вардик. Нету варда. Странно, но варда нет. Так, у них там какие-то полуаганимы появляются, еще что-то. Я тоже думаю, на самом деле, насчет аганима, чтобы можно было с прокаста хорошо вальнуть. Но не знаю. Спектра будет радик делать? Да, спектра радик будет делать. Тогда можно аганим сделать. Форстаф, аганим, актарин. Чисто быть неуловим, неуловимой тараканой тут. Тараканой именно. Почему нет? Неуловимым можно быть тут. Я понял. Понял. Базару ноль. Ай, бро, жесть. Это тогр, жесть. Не успел сюда, блин, кануть. Ну и даже юл тут не успею нажать. Ну, my bad, на самом-то деле. My bad. My bad. Ребята, Т2 должны разменять в теории сейчас. Спектра, да ради как копейки. Тоже сокрет какой-то. Нифига себе. У нас тут, короче, драка не на жизнь, а на смерть. Прикинь. Дота опасная. Ай, жесть. Слили просто за пару кнопок. Но мне кажется, сейчас могут проиграть, если останутся. 15 секунд меня не будет. 15 секунд. 10. Ребятам помогу, как только резнусь, но мне кажется, могу даже и не успеть. Раскайтят. Хотя, о нет, здесь трусайт. Трусайты. Пойду дальше, могу помочь.
Хорошо. Пойдет, хотя бы ульт не в молоко. Ульт не в молоко. Ульт не в молоко уже хорошо. Форстаф надо. Давайте форсик сделаем, чтобы вообще быть неуловимым. То если досты кидают, пол лица отлетает. Попробуем форс отколотить. С форстафом можно будет двигаться нормально. Форстафом можно будет. Такие моменты, как сейчас, да, уже смогу спокойно кайтить. Огр с даггером еще. Чисто ловить. Ловить скорпиона будут. Огер с даггером. Огер. Рошана, я не думаю, что они заберут. Я понял. Вот сюда вардик поставить бы было бы круто. Я не знаю, как я маню их просто как магнит. Но у них по-любому стоит либо здесь вард, либо вот здесь. Я запарился тотально, типа, ну хз. Три опса в паке здесь. И типа никто не хочет ставить. Типа, ну плевать, рили. Зачем их ставить, правильно, правильно. Ну, я не думаю, что оппоненты спушат за то время, пока я отсутствую. Но это так хреново, что я просто соло фижу. Самый худший фит, это когда соло фит. В драке, если вы фидите, это нормально. Если вы фидите вот так соло, как я сейчас два раза умираю на топе и здесь внизу, это дно. Это просто дно. Так нельзя делать. Мне нужно... Я буду вардить здесь, потому что я не понимаю, почему союзники не хотят поставить какой-то вард. Вот один-единственный мой вард стоит. То есть это ТБХ 20к, чтобы вы понимали. То есть, ну, такой кайф, такой резон. Такой кайф, такой резон. То есть тут без вардов играть. То есть такой резон. Я честно. Честно не понимаю этого. Поставим сейчас опс и сентри. Против наруба ни одного сентрика даже нету. Кринж. Ну да ладно. Ничего с этим не поделать. Надо пытаться это переворачивать. Будем сентри ставить вместо артефактов. Тут сентрякт к нему. Надо максимально сейчас аккуратно, потому что это по КД этот фит, это просто ужас какой-то. Это просто ужас. Надо все завардить, засентрить. Так, у нас спектра пододета. Гем, огр. Огр, гем. Они сейчас сюда придут. Го в ХГ. Лучше в ХГ. Если я в драку захожу, мне кажется, я уже с нее не выйду. Я не буду лезть. Буду стоять в сторонке. Буду стоять в сторонке.
Мне если форстап сделать, я в принципе немного поувереннее буду двигаться. Хорошо, я пока не жму рассказ. Теперь можно нажать. Мне кажется, если дальше пойдем, можем сдохнуть. Ну, пойдем дальше, окей. Дальше. Хорошо. Сейчас поможем. Ребятам. Форс дал, но толку. Сейчас даггером сам зацеплю. Хорошо. Отлично. Только мы пробегали. Без толку, мне кажется. Хотя бы гем забрали, и то хорошо. Хотя бы гем забрали. Там кикнуть мипа хотят. Так. Окей. Октарины, аганимы. Там станы каждые 4 секунды на огре сейчас. Это очень люто. Тут если в комбат попал, то уже ГГВП пиши пропало. 100% идут туда. 100%. Хаунт есть? Хаунт есть. У тебя там сейчас будут. Либо Роша. Рошан, скорее всего. Это просто вайп. Хорошо. В сторонку отойду. Вот это просто нереально крутой врыв сейчас был. Просто в лютую толпу. Дядь, может пропустишь таки? Го пушить. Нереально крутой врыв был. 2000 золота. Спектра жива, самое главное. Жесть. Так офигенно они встали там. Отлично. Хорошо. Почаще бы такие файты, когда такой врыв можно реализовать. Вообще классно было бы. Огр, по идее, леса ковыряет. А нет. Лол. А чё они вышли? Я не хочу их ковырять, мне невыгодно их ковырять. Чё там по хаунту? 20 секунд. Солбустер можно будет взять, либо тревела.
Мне кажется, это плохая драка будет. Вард стоит. Вард стоит. Пойдет. Криво, но ничего не поделать. 300 золота. Отойдем лучше. Опс. Но у нас типа проблема, у нас никто опсы ставить не хочет, у нас все керри. Причем, что не доковыряться вообще ни до кого. Тупо все керри. Все фермеры. Да, ты достал, да? Не, МПшек нету. МП нет. С МПшкой все плохо. Ладно, пугну, не допросишься. Заметили, да, буллинг, кстати. Ну, пугна там АФК намекает там. Конечно. Наруб, пайбэк. Хорошо. Go B. Ну, Неруб без байбека, но, в принципе, Неруб не такая значимая цель в этой игре. В принципе. Ну, пусть пацаны на очко присядут. Глиф слили, нормально? Нормально вроде. Вроде нормально. Сейчас они, правда, Роша могут пойти. Сейчас прочекаем Рошана. Курьером. Хорошая висит еще. Найс. Так, гоу к команде стягиваться. Сейчас, возможно, будет какая-то суета. Какая-то непонятная. Акторину Питлорда.
Они в миду чилят. Пойдет. Хорошо. Так, низ у нас пушится. Сейчас кого-нибудь еще по-любому догоним. Кого-нибудь додогоним. 6. Это как этот игнайт душит? Ну ладно, пойдем мид толкать. Я так ничего не могу зацепить. Я либо в игнайте, либо еще что-нибудь. Но на самом деле в этой катке меня булить стараются пацаны. Косвенно. Пульсар. Чисто такие пацаны. Чисто побулить. Эх, хз. Пойдем на базу. 20 секунд. Пофиг. Чисто пацаны булят меня. Там вот это. ГГ, ВП, well played. Ну, чисто стандарт. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. В этих ТБ... Именно поэтому я не люблю эти ТБшки. Именно поэтому я не люблю эти ТБшки. Потому что чуваки очень любят булить. Остроголуха купим. Разберем здесь сапог. Он через время, я так понимаю. О, грошиво. У меня, в принципе, тоже слоты неплохие. Нормальные. Можно выразиться так. В миду пугна поставился. У меня тревелов нету. Это плохо. Знаешь, я вовремя газанул. Жесть. Надо бежать. Акса потеряли, да? Акса потеряли. Семьдесят секунд без акса — это плохо. На самом деле. 70 секунд. Я могу, в принципе, низ подтолкнуть немного. Нафиг, я ухожу. Погнали, главное не пойматься. Если что, с треволов прилечу. С треволов прилетим. Не могу заюлить. Где спектрунька? О, гранет, кнопки. Хорошо. Спектра вроде не отъезжала.
Если я хотел в ХГ прыгнуть. Хорошо. Хорошо. Если что, еще подкопаем. Пойдет. Грязь делаем. Делаем грязь. Пацаны засейвили. Чуть не сфидил. Еще кнопки есть. Главное нажимать. На зацепы. Бай-бай, Когор. Че, хотите напасть или нет? Хорошо. И да как так? Как же я люблю в эти станы прыгать. Это просто кринжи. Ужас. Как же я опять в стан прыгнул. Это кринж. Пойдет. Фу, я не знаю. На самом деле игра вроде... Вроде норм, но очень много грязи. Очень много грязи. Прям грязная-грязная игра. Прям очень много грязи. Пойдет. Ну что, ребят, я, если честно, не знаю, что тут комментировать по этой игре. Я не хочу сказать, что я эту игру максимально там хорошо сыграл или еще что-то, но в принципе... Что-то делаем, и это хорошо, вместе. Главное, совместная работа, у них там нету керри. У оппонентов. В принципе, у меня 24 ассиста, 35 спектра. 32 дазл, 17 акс, 24. В принципе, у меня такой же уровень импакта, как примерно у Пугны получается. Потому что у него 24, у меня... Тоже 24, 8, 10 фрагов. И фида у меня намного меньше. В принципе, такой же импакт. В принципе. А так не знаю. Судить в любом случае вам. Катка вроде получилась неплохая в целом. Вроде в целом. Здесь немножко вот этих подзатушим. Хорошо. Ой, наконец-таки я дал нормальный подкоп. Это просто что-то с чем-то. Наконец-таки дал нормальный подкоп. Отойдем, ребята, что-то просели. Ну, пойдет. ГГ. В принципе, игра, я думаю, неплохая. Самое главное, что... Телы, которые говорят, что я вообще ничего не могу в этих играх, но это самое главное, что эти челы сосают бибу. Самое главное. Это самое главное. GG. Хорошая игра, в принципе, неплохая. Неплохая, ребят.
Командная игра, конечно, команда очень много сделала. В целом, ребят, судить вам. Что у нас по общему импакту? 28 ассистов, 10 киллов, 5 смертей. 36 ассистов у Дазла. Просто жесть, огромное количество ассистов. 42 ассиста Спектра. 18 фрагов, 23-20. Очень жестко. Ребятки, матч-лист. Чекайте. Ну и в принципе, спасибо всем, кто посмотрел этот видос. Не забывайте поставить лайк, не забывайте подписываться на YouTube канал. Спасибо всем, кто поддерживает, ребятки. Ну и, конечно же, на этом все. С вами был Ксаназис и до скорого. Не забывайте поставить лайк и подписаться на YouTube канал. Спасибо всем.